42-й республиканский конкурс «Золотые правила нравственности», организованный Муфтиатом Республики Дагестан, подошел к концу. Финал состоялся в ДГИ и ГПК среди учеников школ и студентов СУЗов республики. В заключительном этапе конкурсанты должны были в виде презентации рассказать о своей будущей профессии. Подробности у Абдуллы Алиева. Конкурс проводится уже второй год подряд. Он собрал самых талантливых детей и подростков со всего Дагестана. В нем приняли участие ученики из более 30 школ и студенты из 15 образовательных учреждений республики. Его главная цель – повысить духовно-нравственную культуру и привить любовь к родине у подрастающего поколения. В прошлом году были номинации и для сотрудников, и для руководителей образовательных учреждений. В этом году тема немножко изменилась. За основу была взята тема «Край мой родной Дагестан». И охват был больше. Основные цели и задачи – это привитие нравственных качеств подрастающему поколению, чтобы они проявляли любовь, патриотические чувства к своему народу, к своей малой родине, к большой родине. Конкурс проходил в три этапа. В первых двух ребята показывали знания об истории родного края. В финале им нужно было убедительно выступить с презентацией о своей будущей профессии. Оценивалось не только содержание выступлений, но еще и подача. Прежде всего, я даже когда думал перед конкурсом, я для себя сам решил, что буду рассказывать действительно только правду, то, что действительно есть. И буду разговаривать просто, не буду ничего придумывать и ничего такого заумного, а просто скажу то, что я сам думаю. Вот как я думал, и это мне помогло. Я выбрал очень такую редкую профессию, это квантовый инженер, и она немного даже сложная. Я надеюсь, что я смогу достичь цели, иншаллах. Но если в каждом соревновании есть свои победители, то в этом точно нет проигравших. Все ребята отмечают, что во время прохождения этапов конкурса они узнали много нового. А главное, сумели раскрыть себе потенциал, который понадобится им в взрослой жизни. С выбором профессии, как показал финал, они уже определились точно. Я узнал, что вообще изнутри, что такое журналистика. Я так-то знал поверхностно, а сейчас знаю полностью, что такое журналистика. Мне он очень понравился, и я больше узнала о своей родине, о своем Дагестане, о своем родном краю. И каждый ребенок достоин первого места. Мне кажется, каждый очень хорошо выступил. В всем конкурсе, как бы сказать, он развивает детей, потому что ты перестаешь стесняться, ты показываешь каждому свои способности, свое мнение. Должен сказать огромное спасибо организаторам, потому что это замечательная идея, это чтобы наши детишки знали наши традиции, нравственности, обычаи нашего народа. Это вообще прекрасная идея. Всех финалистов наградили почетными грамотами, и в скором времени для них будет организована поездка к мемориалу Ахульго. Напомню, что конкурс был организован Департаментом образования и науки при Муфтиате Республики Дагестан. Абдулла Алиев, Муса Салгереев, Джалал Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.